так получается, что человек рождается в любом случае в борьбе. Эта борьба закладывает тебя на жизнь, на выживание. Ты борешься каждый день с какими-то трудностями. Ты борешься, когда ты маленький, когда ты растешь, когда ты вырастаешь. Эти трудности повсюду, они вокруг нас. Но человек так сложен, так настроен, так устроена вся его жизнь, что без борьбы с собой, без борьбы этих трудностей не бывает побед. И самая лучшая победа здесь — победа над собой, над своими слабостями, над своим страхом, над своими какими-то плохими предубеждениями. Ты должен идти вперед, несмотря ни на что. Зам на крючок. Ну все, я думаю, не последний раз получил удовольствие. Ты сделал? Приятно. Ты сделал.